А вот это вот называется Saskatoon Berry. Вот они, когда поспевшие, должны быть такие, как блюберри, но вкус у них не блюберри. Он должен, чем чернее, тем лучше. Эти еще поспевают, то есть они вот такие зелененькие могут быть. Интересно, листочки вот такие, прямо раскраска такая яркая-яркая. Скелет листочка. Вкусная ягода. А косточки, когда раскудываешь, там такой аромат открывается. Класс. Ладно, буду проверять, когда поспеть. Вот другое дерево, как они выглядят. Тут их чуть побольше. Будет видно получше. Вот зелененькие еще спеют. Вот такие листики. Опять скелет листика такой очень яркий. И вот тут. Вот я парочку сорвал. Темненькие такие. Вот это самые вкусные. Зрелые. Saskatoon Berry. Ну так, в книжке, конечно, еле-еле похожи. Вот они. Или то у меня еле-еле похожи. Saskatoon Berry. Ну, вкусно. Поэтому кушать буду.